Я надеюсь, что битва за Севастополь примирит меня с военным кино нашим. Потому что то, что я вижу, меня это не просто не устраивает, меня это не устраивает совсем. Искусство. Времени не хватает, ощущение того времени. Все игрушечное, все мне напоминает компьютерные игры. И кровь искусственная, и убивают меня не жалко. Не заплакал я ни разу на том, что видел. Советское другое кино было. Оно было другое. Вероятно, там это делали люди, опаленные войной совсем недавно. Проснулся, вдруг смотрю, идет баллада о солдате. И очень торопился. Чуть не опоздал на спектакль, но досмотрел до конца. И опять плакал. Тем, кто берется за военное кино, надо понимать, о чем они говорят. В это надо погрузиться. Понимаете? Когда показывают, они сражались за Родину, мне все равно комок в горле, понимаете? Когда я вижу эти лица, когда я вижу Шукшина, Бондарчука, Тихонова, та же Шукшина, Лидия Николаевна. Поэтому любой фальши допущенный, типа того, как молодой человек вскидывает Вальтер к бедру, стараясь стрелять от бедра в военном кино, я это кино уже больше никогда не буду смотреть.